Всем привет, меня зовут Голь Денис, и я капитан Русского легиона. Быть капитаном Русского легиона для меня это не такая сложная задача, потому что у нас отличные отношения внутри коллектива с французской пятеркой, с молодыми ребятами, со старыми игроками, которые остались в команде. Мы должны быть единым целым, одним механизмом для того, чтобы побеждать и работать вместе продуктивно. Благодаря нашим взаимоотношениям, благодаря моему отношению к ребятам и их отношению ко мне, мы практически всегда находим общий язык, решаем все наши проблемы. Another body comes off of Moscow Legion D side, so it's just Kuchigaskev left in the snake. It's not looking good for him. And that, yeah, that will conclude this match. Sending them to 0-4. Wow, 0-4. That's unheard of sometimes. Last year, we got exactly the same situation, yeah? But we're not in the same group of people right now. Let's do differently, yeah? Let's remember about the pride, about the mutual pride, everyone. Let's fight it back. Let's fight it back strong and nice, yeah? Для меня пинбол — это нечто большее, чем просто спорт. Я занимался многими видами спорта, но нашел себя лишь в этом. Больше, чем просто игра, это большое комьюнити, это огромное количество людей, с которыми крайне приятно общаться, с которыми интересно общаться. Это куча знакомств вокруг всего света и возможность посмотреть мир. Также пинбол — это крайне интересно. Это всегда борьба с самим собой, борьба с противником. И ты, даже проиграв, ты все еще можешь выиграть любой из поинтов. Такова игра. Moscow Legion did not play well in the prelims here, and so forced to fight for their lives. Moscow Red Legion thus far here in this matchup. Kevin Klum stepping up. 6 confirmed kills for him. Denis Golev, 6 confirmed kills. Nice work by Moscow Red Legion to just decimate 187 crew. Moscow Red Legion is just dominant right now. 4 bodies streaking up the field for Upton 187 crew. And just not enough time. And that horn is going to blow. It was a valiant effort. Wasn't enough. And Moscow Red Legion going to be able to preserve their spot in the champions division. From the point of view of sports and league, this game was nothing, yeah? But from the point of view of pride and morale, that was like a really important game for us. And we picked it up. Наша основная цель — это снова стать командой, которая не просто играет в продивизионе, которая побеждает в продивизионе, которая диктует правила игры, а не подстраивается под них. Для этого нам может понадобиться не один год и даже не два, но у нас есть молодые игроки, которые готовы стремиться, которые хотят заявить о себе в этом дивизионе, которые хотят побеждать. В этом году к нашей команде присоединились молодые ребята. Их нужно обучить всему, чтобы они стали настоящими про-игроками. К сожалению, у нас довольно мало времени для этого, и многие были вынуждены. Результаты этого года показывают, что молодежь продолжает расти, растет, и мы движемся в правильном направлении. У нас рюкзак непатриотичный. А то я смотрю, там отдельные персонажи желчи свои начали. Это что, где? В спортивном пинболе. Да? Да, мы тренируемся 5 дней в неделю, и для нас это практически полноценная работа. Вставая утром, мы едем на тренировку, занимаемся фитнесом, после этого мы немножко отдыхаем, проводим время вместе, общаемся внутри команды, и потом переходим непосредственно к специализации. Начинаем готовиться к... После фитнеса мы выходим на специализацию, да, и там, соответственно, мы делаем либо различные упражнения, либо играем друг против друга. Здесь уже на усмотрение тренеров. Русский легион жив, русский легион будет жить. Да, меняются игроки, да, меняется время, меняются форматы. Но эта команда существует не только для того, чтобы просто играть в пинбол. Это команда со своей школой, которая привносит ее в российский пинбол, в мировой пинбол, которая развивает российские и мировые пинболы, пинбольные школы. Меня зовут Денис Голев, это мое ВАЮ.
I just want to see all the same intensity and fire in the eyes of our guys that were at the team meeting all together. Because when you look in their eyes and see mirrors over there, and you see no ID behind those eyes, you understand that right now you need to do not only your job, but you also need to do the job of that guy. It's really hard, especially at such kind of a level that we're playing. And I really, really, really want those guys to turn on their own minds, their own experience, and to play with their own heads, together with me, together with Dan, together with French guys. And that's the main thing that you want to see the last minute before the points. When you look into the eyes of your players and you see that they know what to do, you can find the shoulder and you can rely upon them when you're looking in their eyes. Thank you.